Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хорошую квартирку 2 плюс 1 под ключ дизайнерскую с хорошей инфраструктурой. Проект был сдан в 2014-2015 году. Расстояние от моего места до моря 690-710 метров максимум. Снимаю с верхнего этажа проекта, весь этаж не крайний. Очень большой балкон. Сторона здесь у нас запад, север. Отсюда я вижу море. В шаговой доступности у нас инфраструктура, сеть магазинов А101, Шок, Бим. Увидели, да, огромный балкон. Жилая площадь здесь 95 квадратных метров чистых. Закрываем двери. Гостиная. Совмещенная с кухней. Кондиционер фирмы Siemens. Итак, дорогие зрители, что происходит с ценами? И если вас интересует какая-то другая недвижимость, я так как не успеваю снимать ролики, и насчет цен с каждым разом все трудно, снимаю ролик, цену говорю, через день хозяин поднимает цену. Из-за этого я уже буду конкретно говорить цену той квартиры, которая цену не поменяет. А те, которые меняют, я буду менять автоматически. Так, бытовая техника профила. У нас духовка, микроволновка, плита, вытяжка, холодильник и посудомойка фирмы Siemens. Здесь видно также на горы и на соседнее здание. Айда 350 лир. У нас хорошая прихожая. Продолжаем. Тут спальня. Тут как минимум 14 квадратных метров. Второй балкон тоже не маленький. Вид на горы. Посмотрим, еще есть один санузел в квартире. Да, один санузел. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Итак, три балкона. Тут у нас 12 квадратных метров. И вот третий балкон. Здесь раз, два, три. Здесь 6 квадратных метров. Я спускаюсь вниз, дорогие зрители. Сейчас вам покажу всю инфраструктуру. Не закрываем ролик. Вышел я в прихожую. Да, коридор, лестничная площадка. У нас тут два лифта. Вызываем лифт. Вот лифт с панорамным окном. Вместимо 4 человека. Так, вышел я из лифта. У нас здесь фитнес. Тут теннисный стол и бильярдный стол. Сауна также сейчас покажу. Большой бассейн, но пока что не запустили его. Ухоженная территория, зона барбекю, беседка, открытая парковка и также детская игровая площадка. Вот вы видели, зона барбекю, генератор также есть.
И тут у нас сауна с той стороны. Так что я вернусь обратно. Здесь закрыли дверь. Цена квартиры 164 тысячи евро. Есть маленький торг. На собрании, короче, будет у них. Тут сауна. И вот кабинки душевые. Если вам понравилась эта квартира, пишите, звоните по номеру 90-555-064-91-10. А также у меня есть очень хорошая квартира в районе Тосмо за очень хорошую цену. Также там один санузел. Я его ролик снимал, просто забыл снять гостиную. Все, всем пока-пока.